Начинаем представление участников весовой категории до 105 и свыше 105 килограмм. Голиков Артем, юность Москвы, первый разряд. Кузьмин Данила, юность Москвы. Лакеев Дмитрий, юность Москвы, кандидат в мастера спорта. Баранников Владислав, МГФСО, первый спортивный разряд. Балаев Магомед, училище олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта. Хизриев Чингис, МГФСО, кандидат в мастера спорта. Шальнов Игорь, училище олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта. Красноперов Александр, юность Москвы, мастер спорта. Айенян Александр, юность Москвы, мастер спорта. Представляем участников весовой категории свыше 105 кг. Трубкин Михаил, МГФСО, мастер спорта. Михайлов Лев, МГФСО, первый спортивный разряд. Герасимов Андрей, МГФСО, кандидат в мастера спорта. Представляем судейскую тройку. Центральный судья на помосте Маслов Николай. Боковые судьи Котенков Борис и Федосенко Артем. Участники и судьи представлены. На разминку дается 10 минут. На штанге вес 82 килограмма. К первому подходу приглашается Кузьмин Данила. Вес Z. К следующему подходу спортсмен заказывает 87 килограмм. Ассистент, узнайте 87 килограмм на штангу. Вес установлен. Кузьмин Данила. Второй подход. Вес Z. Следующий подход заказывает вес 90 кг. Ассистент 90 кг на штангу. Вес установлен. Кузьмин Данила. Третий зачетный подход. На вес 100 кг готовится Голиков Артем. Вес взят. Спортсмен, значит, справляется с тремя подходами. Ассистент, узнайте на штангу 100 килограмм. Вес установлен. Голиков Артем. Первый подход. Готовится Михайлов Лев. Вес Z. В следующем подходе заказывает 105 килограмм. На вес 100 килограмм Михайлов Лев. Первый подход. Попытка неудачная. Михайлов Лев, второй подход. Михайлов Лев перезаявляет на 105 килограмм. Ассистент, усаньте вес штанги 105 килограмм. Вес установлен. Голиков Артем, второй подход. Михайлов Лев готовится. Вес Z. К следующему подходу заказывает 110 килограмм. Михайлов Лев. Второй подход. К весу 107 готовится Баранник Владислав.
Вес взят. Следующий подход заказывает 110 килограммов. Ассистент, установите вес штанги 107 килограммов. Баранник Владислав. Первый подход. К весу 110 килограммов готовится Голиков Артем. Вес взят. В следующем подходе заказывает 113 килограммов. Ассистенты. 110 на штангу. Вес установлен. Голиков Артем. Третий заключительный подход. Михайлов Лев готовится. Вес взят. Михайлов Лев. Третий заключительный подход. К весу 113 килограмм готовится Баранник Владислав. Попытка неудачная. Закончена работа с результатом 105 килограмм. Ассистенты, 113 на штангу. Вес установлен. Баранник Владислав. Второй подход. К весу 115 килограммов готовится Балаев Магомед. Вес взят. В следующем подходе заказывают 117 килограммов. 118. Ассистент, узнайте на штангу 115 килограмм. Вес установлен. Балаев Магомед. Первый подход. К весу 118 килограммов готовится Баранник Владислав. Без защиты. Следующий подход заказывает 120 килограммов. Ассистенты, 118 на штангу. Вес установлен. Баранник Владислав. Третий заключительный подход. К весу 120 килограммов готовится Балаев Магомед. Защита. Спортсмен закончил рывок с результатом 118 килограмм. Вес установлен. Балаев Магомед. Второй подход. К весу 125 готовится Герасимов Андрей. Вес защитом. Следующий подход заказывает 123 килограмма. Ассистенты, 123 на штангу. Вес установлен.
Балаев Магомед. Третий заключительный подход. Спортсмен закончил на рвоте 123 килограмма. Ассистенты 125 килограмм на штамм. Вес установлен. Герасимов Андрей. Первый подход. К весу 128 килограммов готовится лакей Дмитрий. Защиту. К следующему подходу заказывает 130 килограмм. Ассистенты, установите 128 килограмм. Вес защиту. К следующему подходу заказывает 133 килограмма. Ассистенты, 130 килограммов на штангу. Вес установлен. Трубкин Михаил. Первый подход. Готовится Герасимов Андрей. Вес защиту. Второму подходу заказывает 140 килограмм. Герасимов Андрей. Второй подход. Вес защиту. Следующий подход заказывает 135 килограмм, ассистенты 133 килограмма на штамм. Вес установлен. Лакей Дмитрий, второй подход. К весу 135 килограммов готовится Хизриев Чингиз. Вес защиту. Следующему подходу заказывает 135 килограмм. Ассистента 135 на штангу. Внимание спортсменов и тренеров. Перерыв между рывком и толчком 10 минут. Вес установлен. Хизриев Чингиз. Первый подход. Шальнов Игорь готовится. Подъем неудачный. Шальнов Игорь. Первый подход. Хизриев Чингиз готовится. Вес защита. Второму подходу заказывается 140 килограмм. Хизриев Чингиз. Второй подход. Герасимов Андрей готовится. Подъем неудачный.
Герасимов Андрей. Третий заключительный подход. Лакеев Дмитрий готовится. Подход неудачный. Закончил рывок с результатом 130 килограмм. Лакеев Дмитрий. Третий заключительный подход. Сизриев Чингис готовится. Вес засчитанный. Заканчивается результатом 135 килограмм. Сизриев Чингис. Третий подход. К весу 140 готовится Трубкин Михаил. Вес засчитан. Ассистенты, установите на штангу 140 килограммов. А Чингис заканчивает рывок с результатом 135 килограмм. Вес установлен. Трубкин Михаил. Второй подход. Шальнов Игорь готовится. Подъем неудачный. Шальнов Игорь. Второй подход. Трубкин Михаил готовится. Подъем неудачный. Михаил. Шальнов Игорь готовится. Вес засчитан. Заканчивает рывок с результатом 140 килограммов. Шальнов Игорь. Третий заключительный подход. К весу 150 килограммов готовится Красноперов Александр. Подъем неудачный. Закончил рывок с результатом 135 килограммов. Ассистенты, 150 килограммов на штангу. С этого веса начнет Красноперов Александр. Установлен. Красноперов Александр, первый подход. Айденян Александр готовится. Вес засчитан. Второму подходу заказывает 155 килограммов. Синян Александр. Первый подход. К весу 155 килограммов готовится Красноперов Александр.
свиньям, перезаказывать на 155 килограммов, ассистенты, установите 155 килограммов. Установлен. Одинян Александр, первый подход. Красноперов Александр, готовится. Защита. По второму подходу заявляет 160 килограммов. Красноперов Александр, второй подход. На вес 160 килограммов готовится Айдинян Александр. Вес защита. Подход у заказа 160 килограммов. Ассистент, установите 160 килограммов на штангу. Оба оставшихся спортсмена выступают в категории до 105 килограммов. Рекорд Москвы составляет в этой категории 160 килограммов. Вес установлен. Айдинян Александр. Второй подход. Красноперов Александр готовится. Вес защита. Третьему подходу заказывает 165 килограммов. А на этот вес остался у нас еще один участник. Красноперов Александр. Третий заключительный подход. Защита. Заканчивай торгов с результатом 160 килограммов. Ассистенты, 165 килограмм на штангу. Вес 165 килограммов будет рекордным. Вес установлен. Айдинян Александр. Третий зачетный подход. Новое высшее достижение города Москвы при категории до 105 килограммов.